Так, давай сегодня по-быстрому снимем, я на рыбалку опаздываю, блесну купить еще надо. Сразу к делу, короче, перейдем. Это Славда, это Сленерджи, это Панч Фартур. Сегодня мы снимаем 5-й юбилейный выпуск и очень быстренько все это делаем. Итак, поехали. Итак, первое движение называется крэп. И сейчас я покажу, как его делать. Первое, что нам нужно, это работать со стопами. Все очень просто. Многие же пробовали когда-то это делать. Возможно, получалось, возможно, нет. Самый простой путь следующий. Ставим ноги в боевой отпуск английской. Левую ногу ставим на пятку, а правую больше на носок. То есть вес здесь на пятке, здесь на носке. И что мы делаем? Одновременно поворачиваем их и... ноги у нас уже буквой В английской, только в другую сторону. Сделаем еще раз в эту же сторону. Только теперь левая нога носок, правая пятка. И па-бам! Что у нас получается, да? Итак, теперь делаем то же самое, только обратно. Поехали. Левая теперь носок. Окей, правая пятка. Пам. Все то же самое. Теперь левая пятка, правая носок. И мы ушли в сторону. Можно делать это следующим образом. Раз и два. И обратно. Три и фор. Можно делать это просто по два раза. Ну, ты опять сюда смотришь. Оп. Пам, 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 пам. Как и всегда, нам нужна наша пританцовка, наша кача. Вы можете воспользоваться обычным баунсом. То есть, да, работать вниз и... совмещать этот кач и движение, которое мы только что выучили. Когда вы научились делать это, вы можете варьировать свои перемещения, варьировать свое направление и так далее. То есть раз и два и три и по и раз и два и три и по и. Дверь, не забудь дверь! Забыла! Ты видел? Эти рыбки сами ко мне приплыли. Следующее – это один из вариантов, да, которым можно делать крэп, либо, как его называют, бистеп. Мы делаем все то же самое, только добавляется одна изюминка. Раз, два. Все просто, ничего, собственно, не поменялось, кроме того, что мы убрали левую ногу сейчас за правую. Окей, они также работали вместе, пам, как я вам и объяснял, мы это уже научились с вами делать. И теперь разворачиваем ноги одновременно вместе, пам, все то же самое. Получается, раз, и, два, и, три, и, фо, и. Можем играть с темпом, да, делать это, например, медленно, раз, два. Три, фо, и раз, и два, и три, и фо, и ба-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 ба. Сейчас я вам покажу, и мы с вами попробуем варьировать два этих движения под музыку. Сказал, как будто это передача животных. Какая-то, блядь, ты лучшая. Здравствуйте, сила! En avant, en arrière, ouais. En avant, en arrière, comme un bon coup de rein. En avant, en arrière, ouais. Итак, второе движение – это одно из самых простых, но и одно из самых важных движений. Называется two-step. Все просто, два шага, да? Если вы только начинаете фристайлить, например, то это отличный способ начать развивать свой фристайл, развивать свои шаги. Начать, я лично считаю, что следует именно с него, а не с шикарного прыжка со степапа. Хотя маме бы понравилось. Итак, все очень просто. Мы берем два шага. Для начала самых простых, в сторону. Оставляем правую ногу, подставляем левую. Левую, правую. Пам, пам. Два шага. Пам, 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 пам. После того, как вы чувствуете себя, делая это движение, как рыба в воде, рыба, вы можете попробовать разные перемещения и один вариант, как можно разбавить эту движуху. Мы делаем точно такой же шаг, полный шаг, шаг подставили,
туда, обратно, шаг, подставили, туда, обратно, шаг, подставили. Итого у нас получается схема шагов. Раз, два, три, хоп, пять, шесть, семь, вот. Для начала возьмите обычный крест, то есть перемещение справа подставили, влево подставили, вперед подставили и подставили. Если вам удобно, можете поделить это как циферблат часов, да, и выбирать себе цифру, на которую вы будете наступать. Соответственно, да, все просто. При этом вы будете варьировать с направлением и так далее. Самое главное, не делать этот шаг пустым. Мы делаем его, опять повторю, на каче именно по танцовой. Génère de l'énergie d'avant en arrière. Avoir à demander mec, c'est pas ce que je préfère. Alors laisse faire. Et ce que j'espère, c'est que tous les gars du bar vont lâcher leur verre. Clair que j'ai besoin de plus d'un participant pour créer ce mouvement d'avant en arrière. Que ça soit devant ou derrière, ne sois pas réfractaire au refrain. C'est comme un bon coup de rein. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Если вы вдруг думаете, зачем этот чувак учит меня ходить, я хожу каждый день по 30 километров. Да, я объясню то, что это движение действительно очень важно. Некоторые начинают с каких-то сложных вещей. Им никогда не стать настоящим рыбаком. Танцором настоящим никогда им не стать. Окей, и пока не уплыла вся моя рыба, я быстро показываю вам последнее движение, которое называется Roger Rabbit. Сегодня у нас какой-то зоопарк. Итак, первое, что нам нужно научиться делать, это шагать следующим образом. Правую ногу мы перемещаем за левую, окей? Левую ногу перемещаем за правую, как будто подбиваем ее, и делаем дважды на левую ногу. Теперь и раз, и два, и три, и фор. И раз, и два, и три, и фор. Не забывайте про наш кач. И вниз, и вниз, и пам-пам-пам. Шагом, шагом, пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Когда мы научились делать это быстро, ускоряем это по темпу, и у нас получается следующим образом. И раз, и два, и три, и фо, и раз, и два, и три, и фо, раз, и два, и три, и фо. И мы уже начинаем чувствовать, да, как мы подкидываем ногу потихоньку. То есть каждый раз мы уже подкидываем эту ногу, которую подбиваем, и в дальнейшем мы можем делать это так. Раз, и два, и три, и фо, и раз, и два, три, и фо, раз, два, три, и фо, раз, два, три, и фо, и раз, два, три, и фо, и раз, и два, и три, и фо, и фо. Все то же самое. По примеру ту-степа мы варьируем наши направления, наши диагонали, мы разворачиваемся во время движения, да, практикуем, соответственно, наше перемещение, да, и делаем это все под музыку. Итак, сегодня наш 5-й юбилейный выпуск, и поэтому именно в сегодняшнем уроке домашнее задание. Вам нужно соединить это движение в любом порядке. Они могут идти друг за другом, могут идти в перемешку. Можете использовать любые варианты. Старайтесь связать движение так, чтобы это никак не выбивало вас из танца. То есть вам было делать это комфортно. Да, для этого не нужно переходить на следующее движение супер сильно, да, и сбивая предыдущее. Связь между движениями должна быть как бы незаметная. Как будто это одно и то же движение, да, просто мы делаем другие формы. Для этого держим постоянно кач, да, работаем с танцем и не перебиваем себя. Я рассказал вам все, что нужно. Меня ждет рыба, удочка, блесна, и я пошел.